Русский бизнес в этом году проходит в абсолютно новом формате. Коррективы внесла пандемия, но наградить лучших из лучших просто необходимо, тем более этот год был особенно непростым для бизнеса. Поэтому каждый лауреат удостаивается своей личной церемонии. Итак, номинация «Банк года. Темпы роста и развития сети». Объявляет лауреата премии «Тульский бизнес» номинации «Банк года» председатель Тульской областной думы Сергей Алексеевич Харитонов. Сергей Алексеевич, вам слово. Спасибо. Сегодня на самом деле очень важный день. Мы сегодня подводим итоги нашего тульского конкурса «Тульский бизнес». И в номинации «Банк года» очень сегодня приятно вручать первую премию управляющим этим банком Жичкова Светлана Анатольевна. Я хотел бы сказать несколько слов. На самом деле предпринимательству в нашей Тульской области придается очень большое значение. Это тот такой энергетический локомотив, который позволяет развивать все отрасли и дает возможность создавать рабочие места, привлекать инвесторов, создавать инвестиционный климат хороший. У нас очень хорошие показатели в области. И на самом деле Алексей Геннадьевич Дюбин говорил в своем послании прошлого года о том, что для нас это ключевой момент. И вот в этом стройном ряду очень активную позицию занимает наш тульский банк ВТБ. Поэтому позвольте сегодня вручить эту премию с пожеланием такой же ритм, темп держать, может быть, даже еще обороты увеличить. И на самом деле наша экономика должна получать новые импульсы развития, а это пополнение нашего бюджета, который более 70% направлен на решение социальных вопросов в нашей области. Вот непростое время, а мы все работаем. Поэтому поздравляю, здоровья и мира. Попрошу награду победителю. Итак, номинация «Банк года. Высокие темпы роста и развития сети». Поздравляю. А теперь слово лауреату. На самом деле хочу сказать, что это большая честь и ответственность быть лауреатом премии «Тульский бизнес» в номинации «Банк года». На мой взгляд, бизнес – это отношение людей, а не денег. И это очень важно, и именно исходя из этого принципа, мы, Банк ВТБ, стараемся выстраивать свои отношения с партнерами и клиентами. Этот год был непростой, и именно в непростые времена и проверяется на прочность и зрелость отношений в бизнесе. Этот год для всех был, наверное, исключительным. Наши отделения не переставали работать ни на один день. Мы работали 24/7, каждый день и круглосуточно, потому что понимали, что наша задача сейчас не просто оказывать традиционные и привычные сервисные услуги банка, но и помогать, реально помогать тульскому бизнесу и жителям Тульской области. И в рамках поддержки тульского бизнеса и населения в этом году мы выдали больше 4,5 миллиарда рублей. Это при том, что мы, опять же повторюсь, не приостанавливали свои стандартные программы кредитования и инвестирования. Сейчас мы вложили в тульскую региональную экономику больше 183 миллиардов рублей. Что дальше? Дальше больше, потому что быть лауреатом и банком года – это большая ответственность, которую нужно оправдывать и подтверждать каждый год. Поздравляем с заслуженной наградой. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Алексеевич.